Ранее назначение токсинов в раке метастатического рака предстательной железы. Спасибо. Ну, мы заканчиваем, мы должны отработать банкет, конечно, поэтому должны все выслушать то, что я буду рассказывать. Я буду говорить о лечении метастатического рака предстательной железы и, в частности, о раннем назначении токсанов. И хотел бы спросить, а как вы думаете, вот раннее назначение токсанов – это где? Это при первичных пациентах гормоночувствительной формы, это первая линия резистентных или последняя линия резистентных больных. На ваш взгляд, раннее – это где? Гормон чувствительности. Антон, ваш, вы как думаете? Тоже гормон чувствительности. Да, кто еще имеет какие-то мнения? Где раннее назначение токсанов? Я уже года два читаю, наверное, эту лекцию. Только позавчера, наверное, понял, где, наконец, раннее назначение токсанов и чего от нас на самом деле хотят. К сожалению или к счастью, не здесь. Не в гормоночувствительном раке предстательной железы. А действительно, когда появились результаты исследования Чарта Гитука, это уже, по сути, сколько уже, 4 года назад, действительно произошла некоторая такая, наверное, революция. Ведь на самом деле, если понаблюдать, что происходит с появлением токсанов при гормонорезистентном раке предстательной железы, появились надежды, что кроме гормональной терапии у нас действительно есть другие опции лечения метастатического рака предстательной железы. И мы получим от этого весьма серьезный выигрыш, мы получаем новое направление, и оно будет развиваться. Но, к сожалению, до сего дня ничего нового, кроме токсанов, мы так и не получили. И гормональная терапия продолжает играть свою роль на этой сцене достаточно активно. И вот когда появились вот эти вот работы, вроде бы опять мы стали говорить о том, что действительно не все в гормонально зависимом векторе, а есть химиотерапевтические подходы, и в этой работе практически все больные с плохим прогнозом, точнее с высокообъемным опухолевым процессом, больше 3 метастазов там костных и висцеральные метастазы и так далее, должны получать дополнительную химиотерапию. И это было 4 года назад. И действительно, наверное, тогда мы говорили о раннем назначении токсанов, вот в этой ситуации об этом думали, и о дальнейшем продолжении терапии, в том числе кабазитоксела. А что же произошло? Вот кто занимается действительно реально лечением рака предстательной железы в метастатических формах? Поднимите руки, пожалуйста. Ну вот сколько у вас больных прошло за эти 4 года, которые действительно реально получали токсаны в первой линии? Человек 15 за 4 года, да? А у кого-нибудь еще есть такой опыт? Ну, на самом деле, это ситуация всей Российской Федерации. Тогда, когда весь мир начал назначать токсаны в первой линии у гормоночувствительных пациентов, мы этим не занимались. Мало того, это был еще и офф-лейбл в нашей стране, потому что в аннотации прописано не было, это только появилось буквально в этом году. И этой ситуации для нас просто не существовало. Ну, практически пациенты не получали и не получают гормоночувствительные токсаны в первой линии. Мы все продолжаем лечить так, как лечили раньше. Максимальная андрогенная блокада в плохом варианте, но вообще кастрационная терапия, которую должны эти больные получать. И поэтому говорить о ранней, мы говорили о том, что мы рано должны назначать в той линии, которая в первой, и мы искали тогда пациентов. Здесь небольшое отступление, что на самом деле действительно мы должны лечить этих пациентов, но мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день по результатам этих исследований, которые я покажу раньше, дальше вот в этой линии у первичных пациентов, якобы гормоночувствительных, мы выделяем тех, у кого есть плохой прогноз или высокообъемный процесс, и именно у этих больных есть преимущество в лечении, у тех, у кого процесс не агрессивный, у кого нет висцеральных метастазов, единичные метастазы костные, мы можем продолжать действительно реально кастрационную терапию, потому что эта опция не показала эффективности. И в том числе то, что будет дальше сказано про абиратерон,
Там тоже этой группы больных практически не было. То есть в исследованиях, которые были посвящены абиратерону, тоже больные в абсолютном большинстве были плохого прогноза. И поэтому вот эта группа плохого прогноза, она как бы в общем-то понятна. Они действительно в первой линии должны получать дополнительное лечение. Мало им кастрационной терапии. На сегодня показано, что этой опции недостаточно. Мы должны либо у них проводить на сегодня доцетоксел, либо абиратерон, о чем будет сказано дальше. А при этом, на самом деле, вот эта группа хорошего прогноза, она тоже оказывается неоднородна. Она имеет различные варианты. Кто-то более активный, у кого-то более активный процесс, у кого-то менее активный процесс. Ну и вот в этом году у нас были представлены ряд постеров, которые здесь будут, докладов и абстрактов, которые здесь будут использоваться. Ну вот в частности, мы все глубже и глубже погружаемся в молекулярную среду, и вот этот вот маркер, который увеличивает синтез дегидротестостерона непосредственно в предстательной железе, тем самым является фактором негативного прогноза. И на сегодня даже в этой группе хорошего прогноза мы можем выделить две группы, кто будет иметь хороший прогноз, а кто будет плохой. И, вероятно, опять же, они имеют дополнительные потребности назначения терапии. Ну вот что также показано и в обсуждении этого постера, где продемонстрированы эти выгоды. И вот то, что произошло, по сути, в конце прошлого года, когда появилось исследование Latitude и Stampede, одно из рукавов Stampede, которые продемонстрировали, что и абиратерон у группы плохого прогноза улучшает результаты лечения. То есть это опять возвращение к гормональному вектору. Опять мы говорим о том, что просто, наверное, действительно на сегодня появились дополнительные возможности улучшить результаты лечения пациентов в первой линии, то есть не в первой линии, а именно у гормоночувствительных больных, у тех, у кого мы начинаем лечение. Поэтому на сегодня очень важно все-таки понимать, что кастрационной терапии больным гормоночувствительным недостаточно. Мы должны обязательно определить у них прогноз, как минимум клинический, который положено в этой ситуации сделать. И второе, мы им должны назначить уже комбинированное лечение. Либо токсанами выбора доцетоксел, либо абиратероном. Это те стандартные опции, которые у нас на сегодняшний день есть. И сегодня это активно обсуждается, все, что же все-таки победит и что будет основным. Ну вот сравнение этих, даже не сравнение, а здесь как бы демонстрация просто того, что и в исследовании ЧАРТ эта группа с плохим прогнозом имела преимущество. Ну и такой же практически абсолютно похожие цифры в исследовании ЧАРТ, это Latitude и Stampede, было продемонстрировано в отношении абиратерона. Поэтому комбинированное лечение этим пациентам должна проводиться. При этом, если вспомнить, улучшение выживаемости на полтора года – это огромный срок. Да? То есть это не просто… мы в онкологии привыкли там улучшение выживаемости на 2 месяца. Да? Или там… на месяц, это уже большое достижение, мы улучшили результаты. А здесь улучшение практически почти на полтора года, да, и мы до сих пор 15 человек за 3 года. И так у всех, и у меня тоже те же самые там 10 человек от силы, которых я лечу, потому что, ну, возможностей у нас, наверное, таких нет, но мы должны понимать, насколько это важно для этих пациентов. Поэтому раннее назначение у гормоночувствительных больных дополнительной опции, как либо лечение токсанами, либо абиратероном, то, что на сегодня является официальным и возможным, должно обязательно осуществляться. И это важно понимать. И вот это парадигма, на самом деле, к которой мы скоро придем. На подходе еще 2 исследования Титани, которые опубликовали в этом году, посвященные апалутамиду, и Арчис, которые на днях уже появятся результаты с новым поколением антиандрогенов, которые также демонстрируют уже в предварительных результатах, но Титани уже тоже опубликованы, что такое же улучшение выживаемости. И мы получаем огромный как бы компонент гормонального дополнительного лечения, и то, о чем мечтал Лабрие, о максимальной андрогенной блокаде, скорее всего, и реализуется на самом деле в первой линии у гормоночувствительных больных в ближайшее время. И вот здесь раннее назначение токсанов немножко, на мой взгляд,
оно пересмотрится в том числе и во второй линии. То есть дальше мы после этого должны будем как бы решать дальнейшую терапию, а на самом деле другого и выбора не будет в этой ситуации. Это действительно раннее назначение таксанов у больных и тем, которые получают дальнейшее лечение. Кому нужна химиотерапия? Конечно, тем, у кого процесс максимально агрессивный. Это, наверное, основной сегодня критерий, который оценивается для назначения химиотерапии в параллель с препаратами, гормональными препаратами. Одна из категорий больных, конечно, это варианты нейроэндокринного рака и нейроэндокринной дифференцировки. При этом варианты нейроэндокринного рака и нейроэндокринной дифференцировки очень тесно перекрещиваются с вариантами плохого прогноза, так называемого рака плохого прогноза или апластического рака предстательной железы, который молекулярно характеризуется в основном тремя мутациями. Это потеря RB, ретинобластомного гена, TP53, и ПТЭНа, то есть трижды негативный рак, который имеет крайне негативный и плохой прогноз. На самом деле применение у этих пациентов кабазитоксела показало хорошие результаты, ну, достаточно хорошие результаты, если для них на самом деле вообще нет опции, потому что они изначально гормоны нечувствительные, то эффекты от кабазитоксела у этих пациентов наблюдались. Поэтому уже скоро мы будем выделять и молекулярные типы, в том числе прогноза, а есть и клинические характеристики, они тоже достаточно хорошо известны этого апластического рака предстательной железы. Это висцеральные метастазы, это объемные процессы, низкий уровень простат, специфический антиген, молодой возраст. Это все нас должно как бы указывать на то, что эти пациенты уже изначально очень агрессивны, и они нуждаются несколько в другом подходе, в более агрессивном лечении, в частности химиотерапии, в том числе токсанами. Ну и вот одно из исследований, которое также было представлено, где сравнивали кабазитоксел параллельно с абиратероном и энзалутамидом у кастрационно-рефрактерных больных в первой линии. И в данной работе было показано, что все-таки определенные преимущества у кабазитоксела, как минимум по числу ответов, было достигнуто. При этом не было отмечено однозначного улучшения общей выживаемости. Но если посмотреть цифры, то они, конечно, достаточно значимо расходятся, да, практически в два раза. Но, тем не менее, достоверность была неполной, хотя очень приближается 0,6-0,5. Понятно, что методы статистические, ну, оценки, но все-таки мы должны считать, что такой разницы не достигнуто. Понятно, что, наверное, не хватило мощности исследования еще и так далее, но все-таки у агрессивных пациентов с агрессивным опухолевым процессом назначение химиотерапевтического вектора является принципиально важно, что подтверждает вот и обсуждение этого исследования, о котором мы говорили, что для пациентов с метастатическим кастрационно-рефрактерным раком предстательной железы плохим прогнозом целесообразно все-таки начинать лечение с раннего назначения химиотерапии. Еще, на мой взгляд, очень важный момент, который был впервые подчеркнут в исследовании Ферстана и на сегодня подтвержден исследованием Кабадок, что последовательность доцитоксела и кабазитоксела или кабазитоксела и доцитоксела во второй линии, она не столь принципиальна. При том, что исторически, конечно, появился доцитоксел, а кабазитоксел был создан как препарат, который преодолевает рефрактерность к доцитокселу, то есть он изначально создавался в таком варианте. И мы всегда подразумевали, что чередование может быть только одно – доцитоксел и кабазитоксел, они на самом деле, эти обе последовательности имеют практически одинаковую эффективность по всем онкологическим критериям. Почему это важно? Важно потому, что препараты имеют разную токсичность, и на сегодняшний день, в зависимости от изначального статуса пациента, от его клинических, соматических, психосоматических проявлений, мы можем планировать, соответственно, более выгодную, более оптимальную терапию этого больного. И пациентов с плохим прогнозом мы всегда можем выбрать тот или иной вариант химиотерапии, который им будет более целесообразен в варианте либо доцитоксела, либо кабазитоксела. Что еще очень важно, что на самом деле, при том, что они похожи из одной группы, эти препараты не перекрещиваются как бы по своему эффекту. В ряде
В оценке результатов исследования TROPiC было показано, что пациенты первично резистентные к доцитоксэлу, то есть те пациенты, которые практически либо не ответили на доцитоксэл вовсе, либо продемонстрировали прогрессирование в течение 3 месяцев, у этих пациентов все равно наблюдались эффекты на назначение кабазитоксэла. То есть первичное отсутствие эффекта не значит, что мы не получим эффект на второй линии, на продолжение химиотерапии. И еще одно исследование, которое также продемонстрировало подобные же результаты, продемонстрировало снижение риска смерти на 69% при терапии кабазитоксэлом против терапии абиратероном у кастрационно-резистентных больных. Еще один вариант, который, наверное, все-таки возможен, это определение сплайс-вариантов в андроген-рецепторов. Да, в прошлом году была одна работа опубликована, которая продемонстрировала, что вроде бы это не имеет никакого клинического значения, и пациенты, получающие абиратерон, также и энзалутамид, также реагировали на терапию. Но все-таки абсолютное большинство работ, которые запустили вот эти два специалиста, Антонаракис и Джун Ио, они продемонстрировали в определенной серии своей первой, что те пациенты, которые имеют подобный вариант, сплайс-вариант андроген-рецептора, они не отвечают на терапию, на гормональную терапию, на продолжение гормональной терапии, при том, что они одинаково хорошо отвечают на терапию доцитоксэлом или кабазитоксэлом. При этом надо понимать, что подобные сплайс-варианты являются в основном ответом уже на проводимую предшествующую терапию, и действительно они выявляются, вот эта экспрессия этих ARV7 именно у тех пациентов, которые уже проходили лечение и являются гормонорефрактерными. У них эти проявления значительно чаще, и поэтому, определяя подобные изменения, мы можем говорить о том, что этим больным целесообразно назначать в раннем варианте именно химиотерапию, в частности кабазитоксэлом. В этой ситуации еще один момент, который мы можем оценивать, хотя, в общем-то, к нему как-то мало достаточно, то ли он уже привычен и должен быть в нашей повседневной практике, но сейчас говорят немножко меньше, но тем не менее тот порог ответа на первичную гормональную терапию в 12 месяцев является важным прогностическим фактором для выбора дальнейшего лечения и варианта лечения. То есть если пациенты реагировали менее 12 месяцев на предшествующую гормональную терапию, то это агрессивный процесс, и вероятнее всего от дальнейших гормональных манипуляций преимущества этих пациентов не будет, и им нужно рано назначать, то есть в первой линии надо назначать химиотерапию. Если же мы назначаем все-таки, если же больше 12 месяцев, то у нас есть шансы получить эффект и от гормонального лечения, как по числу ответов, так и по уровню выживаемости, в частности, беспрогрессивной выживаемости. Вот в этой работе была показана подобная эффективность подхода. При этом кабазитоксэл или химиотерапия не имеет зависимости от времени ответа на предшествующие гормональные манипуляции. Во всех случаях было доказано улучшение общей выживаемости как с коротким или длительным периодом ответа на гормональную терапию. Очень важен момент перекрестной резистентности. Если мы видели, что подобной перекрестной резистентности при чередовании химиотерапевтических препаратов мы не отмечаем, и на ответ на кабазитоксэл мы можем ожидать даже при неэффективности доцитоксэла, то то, что гормональные препараты, назначаемые один после другого, снижают эффективность лечения следующей линии. Так, в применении первой линии абиратерона с последующим энзалутамидом снижало его эффективность практически в 1,5-2 раза. То есть эффект от применения дальнейшей линии химиотерапии, он ниже. То же самое и обратная последовательность также демонстрирует результаты хуже, чем в тех исследованиях, которые рандомизированы были посвящены эффективности терапии у кастрационно-рефрактерных больных.
И еще одна работа, которая также подчеркивает вот эту перекрестную резистентность и нецелесообразность, в том числе комбинировать эти препараты, сравнение энзолутамида и энзолутамида вместе с абиратероном показало, что разницы выживаемости у этих больных нет. То есть максимальная эксплуатация одного и того же рукава гормональной терапии не приводит к улучшению результатов, и чередование этих препаратов в последующих линиях и совместное использование этих препаратов у пациентов, тем более еще и агрессивных пациентов, нецелесообразно. Но также было показано, что комбинация химиотерапии совместно с дополнительными опциями гормональными, в том числе Docetaxel с энзолутамидом и Docetaxel в моноварианте, также не продемонстрировали эффекта. То есть все-таки у этих препаратов есть достаточно серьезная перекрестная резистентность, и это, конечно, обусловлено определенными схожими механизмами действия этих препаратов, ну и в частности, еще в 2013 году он продемонстрировал исследование, где показал, что основным механизмом перекреста является транслокация или перенос андроген-рецепторного комплекса непосредственно в ядро, и мы видим, насколько эффект этого блокады он как бы выражен у каждого препарата, но тем не менее таких механизмов достаточно, и поэтому все-таки на сегодня такая монотерапия этими препаратами, она является важной. Еще очень важный момент. Кто-нибудь использовал кабазитоксел в своей практике? Ну, вот Эльдар Мухаммедович точно использовал, тем более ему будет посвящен последний слайд. Вот поэтому. В чем все пугал кабазитоксел, кто знает? Почему он так, в общем-то, активно и не входил в практику? Конечно, токсическими проявлениями, да, профилем безопасности. И была такая история, когда на одной из конференций два уважаемых профессора спорили, а где лучше проводить время больному, на пляже последние несколько месяцев или на больничной койке, получая кабазитоксел, потому что та токсичность, которая сопровождала кабазитоксел в тот момент, была достаточно действительно серьезной. Разговаривая особенно в регионах с химиотерапевтами, почему не назначается кабазитоксел, почему не проводится эта линия терапии. Они говорят, так а зачем? Он и так еле дышит, мы его просто убьем этим препаратом. Поэтому страх перед той токсичностью, а в первую очередь гематологической токсичностью, он был достаточно серьезный, но на самом деле оказалось, что это не так, если действительно реально правильно вести этих пациентов и действительно ими заниматься. Ну вот, в частности, частота в исследовании Тропик была продемонстрирована частота фибрильной нейтропении третьей степени практически почти 8%, диарея 6%. И, конечно, нейтропении были основной проблемой, в том числе случаи смерти от фибрильной нейтропении были достаточно высоки. Но при этом еще и оказалось, что у тех пациентов, у которых развивается нейтропения, именно у них эффективность продолжения лечения кабазитокселом значительно выше. У них общая выживаемость больше по сравнению с теми больными, которых нейтропении не было, особенно нейтропении третьего грейда. То есть определенный такой ответ на проведение химиотерапии, в том числе проявлений как токсичности, является еще и критерием эффективности проведения нашего лечения. Поэтому основной задачей было не просто зафиксировать токсичность и снять больного с дальнейшего продолжения лечения, а сделать так, чтобы эти проявления купировались, профилактировались заранее, и чтобы эти пациенты все-таки имели возможность продолжать терапию этими препаратами. Поэтому была инициирована программа широкого доступа, в которой как раз врачей в основном, конечно же, ориентировали на развитие соответствующих осложнений. Была предложена программа профилактики колонистимулирующими факторами, с которой ознакомливали всех врачей, проводящих, входящих в это исследование, и в том числе ориентировали пациентов. И результаты, которые были получены, они действительно очень впечатляющие, потому что значительно и достоверно снизилось число
как фибрильных нейтропений, так и остальной гематологической токсичности, а суммарно нейтропения, посмотрите, насколько отличалась третьей степени в исследовании TROPIC 82% и в исследовании расширенного доступа с применением активным программы профилактики всего 17%. То есть это действительно программа, которая позволяет осуществлять профилактику токсичности у этих больных и достигать длительного лечения с хорошим эффектом. Ну и последнее качество жизни, тот пример, который я сказал, что ожидая того, что на таком токсичном лечении качество жизни будет пациентов ниже, к счастью, опять же, в абсолютном большинстве анализов было показано, что по всем критериям этого не происходит, а суммарные оценки демонстрируют даже некоторый прирост качества жизни, особенно на последующих циклах проведения терапии кабазитокселом. Ну и в конце, наверное, тот клинический пример, который мы уже давно, кто-то уже слышал, а мы давно его показываем, но на самом деле он иллюстративен тем, что мы просто еще не знаем тех больных, кому реально помогает то лечение, которое мы назначаем. То есть для каждого препарата, наверное, все-таки есть свой больной, и те критерии, которые мы на сегодняшний день имеем, их, наверное, еще пока мало, но действительно найдутся те молекулярные профили, в том числе, которые будут перекрещиваться с клиническими, и мы будем получать у этих пациентов соответствующие эффекты. Но вот больной 68 лет, который обратился в клинику, рак предстательной железы, ПТ4, N2, M1B, кастрационная рефрактерность прогрессирования по боли, ПСР, радиологические критерии. На момент диагноза болевой синдром по визуальной шкале оценки боли 4-5, ПСР 67, ну и соответствующие характеристики морфологического препарата, метастатическое поражение. И пациенту первоначально была назначена гормональная терапия, кастрационная газорелином, но эффект от проведения был всего лишь 9 месяцев, а мы говорили уже об этом, что это как раз ниже порогового значения. Пациенту, в общем-то, наверное, было мало вероятности ожидать эффекта от продолжения гормонального вектора, ну и плюс начиналось исследование Ферстана, в которое он и попал в группу первичного назначения кабазитоксела в первой линии. И он получил в результате 62 введения кабазитоксела. Время заняло 4 года это лечение. Он 4 года получал кабазитоксел регулярно. При этом он был абсолютно дееспособен, он работал, он нормально функционировал. И, по сути, уже исследование закончилось, он оставался последним достаточно длительное время. Компания соблюдала свои обязательства, очень долго закупала дополнительно для него все препараты. И, по сути, уже был только повод его исключать, когда мы действительно наблюдали определенную гематологическую минимальную, гематологическая у него отсутствовала токсичность, но по системе свертывания и прогрессирования тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии с развитием дыхательной недостаточности был, по сути, поводом и основанием для исключения его из дальнейшего приема препарата и исследований. При этом он умер через некоторое время, в мае 2018 года, но причиной смерти было не прогрессирование опухолевого процесса, а смерть от инфаркта миокарда, при этом прогрессирование по боли до смерти так и не было отмечено. То есть это говорит о тех эффектах проведения терапии, но еще раз говорю, того критерия, который действительно бы описывал этого пациента, к сожалению, у нас в руках нет. Спасибо за внимание.